Всем привет! У нас давным-давно не было видео, потому что все как бы уже сделали, основное, потом последующее действие только уже непосредственно перед свадьбой. Ну, я обещала видео, которое я пыталась снимать, но у меня не получилось, и я теперь переснимаю. Даша делает всякие, я рассказывала, штучки для свадьбы, атрибуты. И сейчас я покажу, и одну вещь мы даже вместе с вами сейчас прям, как так сказать, в онлайн-режиме сделаем. Вот. Это значит, она делала, это все делается своими руками, все она сама делала, покупала материалы, делала. Это казна свадебная, гости туда кладут свои подарки в денежном эквиваленте. Всякие бусинки красивые, ленточки, как это, кружево. Вот, это очень красивая штука. Смотрите, здесь такие всякие блестюльки, красотульки. Ну, вот такая вот казна. Дальше сито. Для чего даже сито? Мама посыпает молодых после того, как вы купили невесту. Вот, дальше бокалы молодых, молодоженов, тоже, получается, Даша делала, покупала бокалы, просто обычные, и украшала их тоже, вот, всякие ленточки красивые, свадьба в красно-белых оттенках, поэтому все это в красно-белом. Вот тоже бусины красивые, в общем, очень красиво. Для обряда свечей? Ну да, церемония. Для церемонии свечей. Семейный очаг. Это семейный очаг. Очень красиво, прям вообще. Потом ее так зажечь дома. Ну реально, мне очень нравится. Такой милый бантик. Бантик милый. Красиво вообще. И свеча. Для мамы. Для мамы невесты. Тоже потрясающе красиво. Вообще все это мы смотрели по магазинам. Все эти атрибуты, они продаются. И причем вообще, вот Даша сделала не хуже, чем в магазине, а даже еще и красивее. Вот. Мне очень нравится. Так, и вот такая вот невеста. Бутылка шампанского, украшенная как невеста. А сегодня будем мы делать вторую бутылку шампанского. Так, все на стол молодым. Жениха. И сейчас прям мы его на ваших глазах и сделаем. Да, Даш? Да, Саш. Поехали. Итак, сейчас мы будем делать жениха из бутылочки шампанского. Для этого нам понадобится белая ленточка для рубашечки жениха, синяя для самого костюмчика, красные ленточки для бабочки, также клей «Момент», клей вот такой горячий, зажигалочка, чтобы у нас все вот эти вот кончики не повылазили с ленточки, полубусинки для пуговичек и ножнички большие и маленькие. Что ж, начнем?
хоть слоев получается несколько. Мы три слоя сделали, да? Раз, два, три, правильно? Нет, это четвертый еще. Нет, ну это воротничок, а потом воротничок, так обернули. Потом еще один раз обернули, еще раз обернули, еще раз обернули. Все, сейчас будем дальше делать костюмчик. Синенького цвета. Фрак. Он еще запечатанный. Таким образом мы заклеили. Заклеили, закрутили. Замотали. Замотали полностью бутылку, вот в этот синий цвет получается, вот как будто такой фрак, не знаю, костюмчик. Тут вроде как рубашечка. И что мы делаем дальше? Дальше мы делаем тут бабочку. Бабочку. И пуговички. Наверное, парочку сюда посадим. Угу. Будет очень красиво. Делаем дальше. Да. Красота. Страшная сила. Та-да! Так, теперь еще пуговички остались, правильно? Да, да, парочку прилеплю. Сюда, наверное. И сюда. Ну да. Красота. Пиу-пиу! Поехали! Так. Отлично. Та-дам! Все, жених готов. Жених готов. Ура! Вот такая красота у нас получилась. А самое интересное, что это может сделать каждый. Жениха вы сможете сделать сами, а на все остальное, невесту и все остальные атрибуты, как сделать, мы скинем ссылочку на канал, и вы там подробно все посмотрите и сможете сделать такую красотищу сами. Все, были рады поделиться с вами. И теперь до новых видео. Пока-пока!